Ну да, так можно? Мы налили. Просто из того налили? Да, Серёг, не сиди, давай. Читаю новости, смотрю телевидение. Конечно, я знакома с этим, с методами профилактики. Я не боюсь отнюдь, потому что, как вы могли здесь заметить, у нас и так везде здесь дистанция как минимум 1,5 метра, может быть, даже и больше. Я не боюсь, если уже чему суждено, тому не миновать. Ну, как по статистике, молодежь меньше болеет. Это, во-первых. Во-вторых, мы как-то снаряжены в перчатках, масках, с антисептиком. То есть мы минимально под угрозой, можно сказать. Мне кажется, что субботник на сегодняшний день – это просто абсолютно безответственное решение в отношении людей. Потому что проконтролировать, что люди будут полностью там соблюдать дистанцию и так далее, понятно, невозможно. И поэтому моя позиция – надо оставаться дома.